Здравствуйте, дорогие мои телезрители, мои подписчики на канале YouTube, Голова Садовая, с вами я, тетя Таня. И сегодняшняя тема, чем же подкормить на достаточно долгое время молоденькие растения, которые мы только начали пикировать. Надо ли что-нибудь класть в почву или нет? Очень давно почему-то сложилось такое мнение еще со времен Советского Союза, что при пикировке растений, то есть при пересадке, пикировке, перекатке, неважно, как это называется, важно, что мы из общей миски, где у нас зашли там помидорки, перцы и баклажаны, мы их рассаживаем по одному в какие-то стаканчики, в какие-то контейнеры и так далее. Так вот, было принято обязательно под корень вот в эту вот пальцем проделанную отверстие туда в почву, в стаканчике, нужно было положить там 2-3 горошка, ну, некоторые один горошек суперфосфата. Зачем, вы не знаете? Я тоже не знаю. Потому что суперфосфат, как бы это ну, печально не звучало, а он не работает на первый-второй год. Редко, когда к концу второго сезона, а лучше, он заработает в третьем сезоне, если вы внесли в почву. И неважно, в каком состоянии, в стаканчике это или в открытом грунте, разницы нет. Он правда не работает в первый год. Зачем нужно а, делать химический ожог а, корневой системе, когда он даже не растворяется? Ведь одинарный двух, а, как он там правильно называется, да, обогащенный, а, он же ведет себя отвратительно. Вы даже в воде его не можете просто так растворить. Так зачем такие усилия делать? Я вам предложу другой вариант. Вот посмотрите, у меня здесь в плошечке вот такая вот черная сушеная субстанция, скажем так, да? И это, и вот здесь вот в коробухе я обычно пакую вот в такие штуки, очень удобно, они не намокают, не отпотевают. Это сушеная корочка банана, шкурка банана. Она порезана, ну, не так уже мелко, так нормально. И вот когда вы будете рассаживать свои растения, ну, Купите, господи, там 5 бананов, семья съест, а вы все это порежете и посушите вам прямо на батарее. А, прекрасную функцию несет батарея, как сушильный аппарат. И вы штучек там, ну, по 5, по 10, вот в этот контейнер, вот столько примерно, вот в этот контейнер, куда вы будете перекатывать, пересаживать или пикировать, а, допустим, томатики, перцы и баклажаны, вы положите на дно вот этих сушеных, порезанных бананчиков. Это шкурка банана, где находится столько полезных веществ. Даже гиалуроновая кислота, я правильно сказала? А тут, вот, когда идет реклама, уж так выговаривает актриса прям как будто мы тупые. Значит, вот, положите на дно, засыпьте почвы сантиметра три, а потом уже. Посадите туда растение, Уверяю вас, что а, это настолько питательно, настолько хорошо, но не под корень, под сам этого делать нельзя даже со взрослыми растениями, а именно на дно. Пройдет некоторое время, там пара недель, и от влаги питательные вещества, они же все вверх поднимаются. Эта вода вытекает туда, а все остальное она же, она еще и вверх может втечь, я бы так сказала. Так все вместе поднимется и вот это вот настойное вещество, замечательное питательное вещество, которых очень мало в почве находится, которое крайне необходимо растениям. И заметьте, что домашние цветы, политые банановыми шкурками, настойными в воде хотя бы там сутки-двое, да, на трехлитровую банку две шкурки вот так, они же по-другому выглядят, они же просто красавцы, они цвести начинают, поэтому это не помешает. И никакого суперфосфата и ничего подобного. Договорились? Я надеюсь, что вы меня слышите. Всего доброго вам и до свидания.